Всем привет. Часть, ну это круто. Меня просили запустить моего женского персонажа. Но вы можете теперь оценить моего красивого женского персонажа. Ки. 3 часа беспрерывного страха, моментами вообще пугающие, просто критически пугающие. А многие персонажи женского пола в кинотеатрах сидели вот так. Короче, страшно, лучше. Страшно. Честно вам скажу, страшно. Хотя было очень. Я удалю, не трать время на флут. А я люблю кидаться. Так, давайте колесо крутанем. Так. Любишь кидаться? Морковками? Чё там, чем ты кидаться любишь-то? А, бананчиками? Я знаю. У тебя большой опыт в этом. В смысле? Что? Советуешь посмотреть. Вы это видели только что? Ладно, я пошел. Вы вот это сейчас только что видели? Я выиграл машину в GTA. Вау, машина. Машину выиграл? Мало много уроков задали. Пока, Локи. В смысле? Ну это странное везение. Я только зашел в казино. Первый раз с этого персонажа. Первый раз с этого персонажа зашел. У меня только что рекламные ролики казино были и так далее. Подошел к колесу, крутанул и выбил машину. Офигеть! Давайте ее посмотрим, Махина. Что нам вылетело. Я в шоке. Ура! Так. В шоке. Упс. Теперь можете всем рассказывать, что я эту машину выиграл. Так, стоп, подождите. Неро. Это есть Неро, да, походу? Так, давай доставляй мне машину, посмотрим, что мы там выиграли. Упс. А ты ноутбук, когда выиграл, в случае не потерял больше денег? Нет, не потерял. Я на выставке его на одной выиграл в свое время. Так, нам доставили тачку. Вот у нас стоит зелененькая. Офигеть, ребята, офигеть. Это же надо в казино, в GTA выиграть машину. Я не верил, что здесь это возможно. Просто офигеть. Вы посмотрите, какая... Какая машина, а? Офигеть. Ну, круто. Упс. Крутая тачка, правда, ребят? Офигенно. Давайте посмотрим, как она едет. Она быстрая. Она верткая. Управляется интересно. И эта машина моя в GTA. Ха-ха! Вообще класс. Крутая. Да, очень крутая, реально. Теперь вот так вот, дорогие друзья. В GTA можно выигрывать машину. Вы посмотрите. Посмотрите на эту красоту. Сейчас вид от первого лица включим. Зелененькая, новенькая машина, выигранная в казино GTA 5 онлайн. С офигенным салончиком. Посмотрите, какой салон. Вот это вообще кайф. Мотор сзади у нее установлен. Спортивное сиденье стоят. А руль какой, оцените, какой руль. Офигительный. Сокровище. Да вообще. Спасибо, ребят, да был в этом стриме. Выбирай, не хочу.
Сейчас запишем этот момент.